16 афганских военных погибли в результате авиаудара США в провинции Гельмент. Двое получили ранения. Американцы признали, что это была ошибка, и принесли свои соболезнования семьям погибших. При этом они отметили, что якобы предупреждали афганское правительство об ударе в нескольких районах провинции, где находились местные военные. Ранее они проводили там зачистку боевиков Талибана.